Конечно же, мне кажется, то, что я откатала свою произвольную программу достойно. Естественно, были маленькие помарочки, но нужно работать, больше работать. Я знаю, где мне еще прибавлять в моем фигурном катании. Но то, что этот прокат был достойный, и я выложилась на нем как смогла, я считаю это так. Конечно же, нужно было еще привыкнуть к новому платью, немножко другие ощущения. Вот, на разминке, в принципе, это и было. Я пыталась привыкнуть к нему. Вот, но в целом я считаю свой прокат достойным. Как раз опередил меня, хотела про платье сказать. Во-первых, оно очень красивое, тебе очень-очень идет. И, ну вот, какие-то новые же ощущения придает, соответственно, новое платье все равно же по-другому ощущается. Да, немножко просто ткань чуть потяжелее. Вот, но, в принципе, я привыкла к платью, мне это платье очень нравится, я его сама придумывала, вот, и надеюсь, что всем оно тоже очень понравилось. Ну, ты в нем еще более неотразима, чем в других. Ну, шили по тем тенденциям, как раньше ходили. Очень красиво, ты умничка. Хорошо, спасибо. Внутри...